Хондроїтин і глюкозамін – це ті речовини, які містяться в хрящовій тканині наших суглобів і завдяки природним обмінним процесам допомагають цим хрящам відновлюватися. Однак до певного часу, допоки наші шкідливі звички, надмірна вага, фізичні навантаження, травми і зрештою вік не починають впливати на здоров'я нашого опорно-рухового апарату. Що важливо, згадані речовини майже не надходять в наш організм зі звичайними продуктами харчування. Сьогодні ми будемо говорити про засіб, який насичений і хондроїтином, і глюкозаміном. В його основі – морські водорості. Його назва – матриламін. Вітаю вас, я Наталя Грабченко, і це програма «Будьте здорові». Гість програми «Будьте здорові» сьогодні – провідний фахівець, автор численних наукових публікацій з приводу здорового способу життя і правильного харчування Сергій Іванович Чмельов. Вітаю вас. Здравствуйте. Отже, будемо говорити про хвороби опори і руху і дізнаємося, хто ж такі оці хондроїтин і глюкозамін, чому вони такі важливі для нашого організму і чому саме з препаратом матриламін вони можуть правильно до нього потрапити, тобто до нашого організму, і зробити свою важливу справу для наших хрящів і суглобів. Якщо вам цікава ця тема, якщо ви маєте хвороби опори і руху, а за статистикою ці проблеми мають майже кожна четверта людина на земній кулі, тож, будь ласка, телефонуйте із власними запитаннями протягом нашого ефіру за нашим незмінним номером 0800 50 13 66. Або ж своє запитання можна написати на нашу сторінку в соціальній мережі Facebook. Заходьте, будь ласка, на сторінку програми «Будьте здорові» і пишіть свої запитання. Отже, пане Сергію, які властивості мають хондроїтин? И глюкозамин. И чему они так для нас важливы? На самом деле это компоненты нашей хрящевой ткани. Они необходимы нам для поддержания здоровья в наших суставах, то есть коленных, локтевых суставах, да, позвоночном столбе. И чаще всего с возрастом процесс накопления и процесс восстановления кости, он существенно замедляется. И уже с 30 лет мы диагностируем то, что примерно на 2% у нас уменьшается количество коллагена, у нас уменьшается количество хондроитина, глюкозамина. И уже после 40 лет, да, первые признаки чаще всего дают о себе знать. То есть это хруст в суставах, это боли в коленных локтевых суставах. Те люди, которые занимаются спортом, либо же работа и деятельность связана с тяжелыми физическими нагрузками, как правило, на 10-12 лет это чувствуют еще раньше. И поэтому весь смысл хондроитина и глюкозамина в том, то есть это хондропротекторы, так называемые, да, которые защищают наши хрящи от повреждений, потому что сама хрящевая система, сам хрящ, он не имеет кровеносных сосудов, и, соответственно, все необходимое питание он получает изнутри организма, из внутренней среды организма. Поэтому, если мы недополучаем, это первое. Второе, если у нас есть нарушения, нарушения чаще всего с возрастом они уже носят системный характер, мы недополучаем. Соответственно, хрящ может иссыхать, недостаток или дефицит жидкости приводит к тому, что он не получает это питание. Соответственно, начинаются боли в коленных суставах, да, боли в локтевых суставах. Чрезмерный вес, безусловно, ускоряет этот процесс, то есть его приближает его ранее появление. И, соответственно, это возможно к воспалению, к эрозии хрящевой ткани, соответственно, к операции. Поэтому очень часто мы сталкиваемся с тем, что лица старше 55-60 лет делают синовектомию, то есть делают даже уколы синовиальной жидкости в колене. То есть этот вопрос тоже он неоднозначный с точки зрения долгосрочного сохранения здоровья, потому что после того, как человеку стали делать уколы, он уже фактически подсаживается на внешние источники, хондроитина и глюкозамина в том числе, а не продуцирует внутренние. И, соответственно, то есть это чревато внутренними последствиями и чревато, конечно, ускорением разрушения ткани. Хотя в ряде случаев, в тех случаях, когда кость уже разрушена или хрящ разрушен, приходится применять такие меры, как самые применимые в данном случае. А звідки мы берем хондроитин и глюкозамин? На самом деле, первый запас мы имеем, как обычно, с рождения, а дальше мы должны потреблять его с животной среды. Но на самом деле его очень мало. То есть не только он содержится в теле человека, да, он содержится в теле даже птиц,
крупного рогатого скота, морских млекопитающих там, и так далее. Но вся проблема в том, что сейчас на рынке очень много хондроитина и глюкозамина, как того же кальция, как того же там, витамина D. Ну, не более 10% я могу отнести к качественным источникам хондроитина и глюкозамина, то есть источники происхождения данного мулиполисахарида. И поэтому, если мы имеем как бы качественный источник, мы, соответственно, имеем и качественное восстановление. То есть, какая задача хондроитина и глюкозамина в нашем организме? Ну, прежде всего, если мы его принимаем внешне, это препятствовать ранней деградации хрящевой ткани. То есть, приостановить разрушительный процесс. Вторая его функция – это восполнение дефицита этих элементов, да, для восполнения, естественно, структуры хряща. Там глюкозамин и сульфат очень часто называют еще водяным магнитом, потому что он удерживает жидкость в хряще, препятствует ее сыханию, препятствует рассредствованию хряща, которое чаще всего наблюдается в более зрелом возрасте и, конечно, сопровождается болями. Поэтому не только нужно беречь кости, нужно беречь еще хрящи, и нужно, конечно же, делать все необходимые меры, чтобы состав и количество синовиальной жидкости оно соответствовало необходимому, потому что вот из таких составляющих, да, в целом, да, и состоит наша опорно-двигательная система. Поэтому можно сказать, что хондроитин и глюкозаминосульфат являются необходимыми и неотъемлемыми компонентами опорно-двигательной системы человека. Дякую. У нас есть запитання від телеглядача. Добрый день, мы вас слухаем. Алло, здравствуйте. Юрий Сербанец. Скажите, а какую пользу будет оказывать магнит и какой он должен быть веса и количество, сколько магнитов, чтобы они, от них была польза? Ну, смотрите, по поводу магнитов неоднозначное мнение, если я правильно понял ваш вопрос. На самом деле, и мы сейчас говорим о восстановлении из внутренней среды организма. А восстанавливаться изнутри мы можем только применяя специализированное лечение, да, специализированное восстановление, это первое, да, и применяя комплекс мер. Потому что мы должны понимать, что для того, чтобы восстановить структуру хрящей либо структуру сустава, то есть необходимо дать то, чего там не хватает. А мы все-таки это получаем с органических источников, да, и мы должны это понимать. Давайте поговорим, власне, про гель матриламин. Чому він є, власне, носієм хондроїтина і глюкозаміна? Ми знаємо, що він містить морські водорості, так, ламінарію. Виходить, що ці компоненти містяться в цих водоростях? І як тоді вони засвоюються? Смотрите, на самом деле, хотелось бы сказать о первом заблуждении, о том, что большинство людей полагают, что, к примеру, один хондроитин и глюкозамин является панацеей при болях, к примеру, в коленях. Да, это наиболее часто встречающаяся боль и жалобы, потому что локтевые суставы реже нас беспокоят. Первое, что хотелось бы ответить, это необходимый компонент хряща. Необходимый компонент. Но помимо этих компонентов наша кость нуждается в кальции, в фосфоре, во фторе, в том числе в витамине D, в кремнии, в других элементах, которые мы также должны получать вместе с хондроитином и глюкозамином. И здесь вопрос сразу уже начинает усложняться. Третий момент связан с тем, что наша опорно-двигательная система, она достаточно сложная система. И если мы хотим системный подход, то мы должны дать всю ту партитуру веществ, которая изначально содержится в нашем костном остеоиде. И отсюда мы приходим к тому, что фактически 30% у нас веществ в самой кости, они неорганического происхождения, да, и 70% органического. То есть, получается, все эти органические вещества мы должны получить приорально, да, то есть через ротовую полость. Почему я, скажем так, сторонник альтернативной медицины, то есть это может быть магниты, физиотерапия, безусловно, в ряде случаев она целесообразна и применима, но это вспомогательное орудие. Мы должны понимать, что основное лечение должно вестись только внутри. И только такое лечение может действительно обеспечить результатом. Если мы же говорим по поводу матриламина, почему бы я хотел на нем более детально остановиться? Ну, по ряде случаев ему нет равных. Прежде всего за счет своего микро- и макросостава. То есть состав данного комплекса входит более 50 элементов. То есть здесь, если мы возьмем любые витамины, 2, 3, 4, 5 упаковок не выдержат никакой конкуренции. Прежде всего, то, что они не натуральны. Здесь мы имеем в форме геля данный продукт, и поэтому мы имеем фактически на 95% усвояемость. Второй вопрос касательно хондроитина и глюкозамина. Мы можем сказать, что в самих водорослях есть они, но в очень маленьком количестве. И есть там также еще галактозаминосульфат, он тоже необходимый компонент хондросерной кислоты, которая является также участником процесса хондрообразования в самих хрящах. Здесь хотелось бы отметить именно о пользе хондроитина и глюкозамина.
Ви знаєте, от у нас є запитання від телеглядача, однак він не захотів виходити в ефір, а він питає, що стосовно побічних ефектів від прийому матреламіна. Адже ми сказали з вами, що більш в старшому віці виникають проблеми, так, в хрящах і в суглобах, а відтак уже люди накопичили певні проблеми. Чи є якісь побічні ефекти, негативні? Смотрите, касательно негативних ефектів, ні, сразу хочу сказати, тому що у нас хондритин і глюкозамін, они исключительно органического происхождения. Тоже касательно и самого матреламина. Но я думаю, что правильно будет это обратиться к нам напрямую по телефону горячей линии, для того, чтобы выяснить, каким образом, то есть на какой стадии проблемы либо заболевания вы находитесь на данный момент. Повторяю, это можно сделать по телефону в городе Киеве 044-596-0596. 044-596-0596. Почему важно позвонить прямо сейчас? Вот матреламин мы видим, да? Либо же у нас еще есть такой хороший препарат артропласт, он сейчас даже более востребован для костей, для собственных хрящей. Как я сказал, то есть мы здесь видим, да, вот в самой шапочке, да, то есть хондроитиносульфат и глюкозаминосульфат, да, соответственно, количество в миллиграммах. То есть мы здесь к чему можем прийти сразу же к тому, что, во-первых, это в гелеобразной форме. Это означает очень высокая степень усвоения. Я вам еще раз хочу сказать, что вы сейчас не встретите в гелеобразной форме хондроитин и глюкозаминосульфат, по крайней мере, на рынке Украины. Это только матреламин. Только матреламин. Почему именно эта форма? Ну, вообще, чаще всего мы привыкли к хондроитин, глюкозамин, и неважно, мы не привязываемся только к этим компонентам, потому что это одни из компонентов. На самом деле, суставам нужно более 60 элементов, да, так или иначе, в той или иной степени. Прежде всего, хотелось бы сказать, что организм получает комплекс аминокислот 20, 8 из которых незаменимы. То есть это уже мы активизируем пластические восстановительные процессы в суставах. Это первое. Второе. С помощью того же кальция, не аптечного кальция, опять же делаю ударение, а кальция в гелеобразной форме. То есть этот кальций, который не требует витамина D. Кальций, который в организме приходит в ионную форму. То есть он полностью усваивается. И он, в отличие от 90% препаратов для опорно-двигательного аппарата, полностью проходит гематоэнцефалический барьер, который у нас находится в кишечнике, соответственно, любой препарат, который идет через внутреннюю среду организма, да, он воспринимается организмом. То есть, что это такое? Это яд, это необходимый компонент там, энергетического происхождения, да, пластического, регуляторного, да, либо заместительного значения. Да, то есть, в данном случае мы видим, что здесь компоненты есть, как и пластического, так и заместительного действия. Это что означает? Это означает, что если вы принимаете тот же матреламин, да, или артропласт, то есть, что в организме происходит? В организме не просто происходит торможение. В организме происходит стадия накопления и стадия восстановления. Только в том случае, если вы принимаете хотя бы от 2 месяцев. Вообще восстановление суставов это 4-5 месяцев. Но уже первые эффекты можно наблюдать после первого месяца. Да? Опять же, в зависимости от степени разрушения суставов. Потому что когда человек принимает матреламин, что происходит? Ну, прежде всего происходит начало локализации болевого процесса. Это первое. Второе, то есть постепенное восстановление. Невозможно восстановить там, за 2-3 недели там, увидеть результат. То есть химические препараты, они не показывают результат. Они обезболивают сустав, и сустав продолжает дальше разрушаться, но уже без боли. И поэтому эффективность их очень низкая. У матреламина она высокая. Конечно же, это связано как и с содержанием, как я сказал, и аминокислоты, и микроэлементы, и хондроитин, глюкозамин. То есть здесь можно сказать, что, во-первых, он в гелеобразной форме, во-вторых, источники. Очень многие производители за это умалчивают, а мы об этом не умалчиваем. Давайте подивимося відгук людини, яка, власне, застосовувала матреламін для того, щоб подолати свою проблему з хребтом і суглобами, а потім продовжимо нашу розмову. Случай дуже був такий тяжкий, коли после больницы сказали врачи, что я буду постоянно ходить до самой смерти на костылях. Как-то лежа я услышала информацию об этой продукции и решила заказать. И вот на протяжении 10 лет сначала я принимала ламинарин. Потом, значит, смотрю, улучшилось состояние здоровья, стал как-то тонус в организме повысился, все. Я решила заказывать каждый год, в основном по курсу я прохожу. Дальше начала принимать макриламин. И сейчас я отбросила костыли и хожу, и продолжаю принимать этот продукт.
Отже, ми продовжуємо програму «Будьте здорові». Сьогодні говоримо про здоров'я опорно-рухового апарату і про гель матриламін, який може допомогти при численних проблемах з хребтом і суглобами. І от, власне, ми почали про два основних, власне, компоненти – хондроїтин і глюкозамін. Основні, тому що вони на слуху, про них говорять, про них знають, їх можна побачити навіть в аптеці. І далі ми будемо говорити вже безпосередньо про захворювання. Якщо у вас є свої запитання, 0800 50 13 66, будь ласка, телефонуйте. Пане Сергію, а дійсно в аптеках, як і кальцій, можна побачити ці препарати, але дуже часто ціна різниця, там від 99 гривень і до 1000. А в чому відмінність і в чому, власне, показник якості в ціні? Чи ну, знаете, де він береться, чи як? Чоловік, який має проблеми з суставами, да, має ограничений бюджет, звісно, він хоче тішить себе мислю, що він приобрел там хондроїтин за 200, за 300 гривень, да, і, к примеру, що це те, що йому потрібно. На самом деле, когда производитель обращается в институт питания либо Медведя, либо Морзеева, к примеру, да, для получения сертификации данного продукта, безусловно, он его получает, почему? Там есть в составе хондроитин или глюкозамин. Но в тех соотношениях, которые для восстановления чрезмерно малы, это первое. Второе, как я сказал, источник. Здесь источник у нас это акулий хрящ, да, в самом матриламине, да, и крупного рогатого скота, да, то есть мы делаем, соответственно, получаем хондроитин этот и глюкозамин. И здесь это важно отметить. Почему? Потому что большинство производителей, да, они не указывают источник происхождения. Почему? Потому что произвести хондроитин из этих источников, да, очень дорогая затея. То есть такой килограмм такого хондроитина, поверьте, он будет стоить несколько сотен долларов. И почему тогда, соответственно, в тех 60 капсулах, которые мы видим, да, они там стоят там 100 гривен? Сколько его? Ну, в лучшем случае, наверное, будет граммов 10 или 15, понимаете? А для восстановления нужно хотя бы, к примеру, там 100 грамм. Дальше мы идем о чем? Мы ведем о том, что помимо источника происхождения, да, есть процесс производства, который и может предусматривать добавление мела, добавление другого рода препаратов, пустышек, да, компонентов, которые дают массу, дают объем, но не дают эффекта. И поэтому 50% хондроитина и глюкозамина в Украине имеют такое происхождение. Об этом мало кто говорит, то есть знают только специалисты, да, каким производителям можно доверять. Мы об этом тоже знаем, да, и мы не самостоятельно производим хондроитин и глюкозамин, да, мы его заказываем в Германии, потому что мы знаем, что там поставщик отвечает за качественное содержание на грамм, в которой содержится, да, в порошке. Соответственно, дальше он добавляется гель, то есть обогащается гель данным компонентом. Соответственно, он переходит уже в водорастворимую форму, отсюда высокая степень усвоения в самих суставах, в самих, соответственно, костях. И отсюда такая эффективность. То есть капсулированная форма, она усваивается на 75, гелеобразная на 94-95. То есть здесь мы еще 20% эффективности готовы взять по поводу гелеобразного продукта. Хотя где-то в 2010, 11, 12 у нас была капсулированная форма, и мы перешли уже где-то с 13 года на гелеобразную форму, именно как раз вследствие того повышенной эффективности самого гелеобразной формы. Да, и здесь, как я уже хотел сказать, то есть помимо тех компонентов, здесь полная партитура веществ, то есть абсолютно все необходимые аминокислоты, да, естественного происхождения для восстановления суставов, они здесь практически имеются. И помимо этого, как я сказал, еще содержатся альгинаты, фукаидан, то есть компоненты, которые улучшают и кровоснабжение пораженного сустава, и снижают болевые процессы, и способствуют накоплению того же кальция, того же фосфора, магния в самой костной системе. Потому что, еще раз повторюсь, большинство препаратов не проходят гематоэнцефалический барьер, то есть проходит его транзитом. И отсюда мы имеем заниженную эффективность, заниженную усвояемость. И, кстати, именно поэтому молочные продукты, да, творожные продукты, если человек может принимать там творог, либо другие источники кальция, либо хондроитина, глюкозамина, имеют низкую усвояемость. В результате того, что кишечник не пропускает, то есть не дает усвоить эти элементы. В том числе и компоненты, такие как коллаген, который тоже отвечает за эластичность наших покровов. Давайте ще раз нагадаємо телефон, за яким можна отримати індивідуальну консультацію. Напевно, цього більше прагнуть наші телеглядачі перед тим, як замовити, власне, матриламін для себе. Да, конечно. Телефон в городе Киеве 044-596-0596. Повторяю, 044-596-0596. Обязательно дождитесь ответа консультанта и, соответственно, задавайте все свои вопросы касательно опорно-двигательной системы. На курс, конечно, необходимо, ну, хотя бы 4-6 упаковок по полкилограмма. То есть мы видим, что фактически для восстановления необходимо 2-3 килограмма
гелеобразного продукта с хондроитином и глюкозамином. Для чего необходимо столько? Для того, чтобы восстановить наши суставы, да, нужен курсовой прием на протяжении где-то примерно 60-80 дней, который действительно может показать хороший результат. Ну и что самое важное, те люди, которые принимают данный продукт, это продукт безвредный для организма, потому что он абсолютно органик, у него срок годности 4 месяца. В аптеке вы не найдете никогда препараты сроком годности 4 месяца. Отсюда натуральность продукта, да, его высокая усвояемость и высокая эффективность, потому что он с организмом разговаривает на одном и том же языке, потому что все компоненты, которые есть в этом продукте, да, в этом комплексе, они соответствуют полностью нашему организму, его потребностям. Дякую дуже. Давайте дамо можливість нашим телеглядачам подумати над питаннями, які вони можуть поставити в студію. 0800 50 13 66, будь ласка, телефонуйте. А зараз ми дивимося рекламу. Ми продовжуємо програму «Будьте здорові», в якій сьогодні говоримо про захворювання опорно-рухового апарату. Зокрема, багато будемо говорити про захворювання суглобів. Якщо вас цікавить ця тема, якщо ви цікавитесь тим, яким чином гель із ламінарії з назвою метриламін може зарадити при цих проблемах, будь ласка, телефонуйте 0800 50 13 66. У нашій студії, я нагадаю, Сергій Чмільов, він провідний фахівець і автор численних наукових публікацій з приводу здорового способу життя і правильного харчування. Отже, Сергію Івановичу, захворювання органів опори і руху, які найпоширеніші стосуються суглобів, артрит, артроз, запальні процеси, руйнації. Яким чином гель матриламін може бути корисним для таких пацієнтів? Що він може зробити? Як він може допомогти? Ну, прежде всего, мы должны понимать, что при курсовом применении матриламина локализуется воспалительный процесс. То есть матриламин подавляет деятельность воспалительных клеток цитокинов. Это первое. Второе, что он препятствует дальнейшему разрушению самой кости. И что самое важное, очень часто люди направляют все свои усилия, в том числе даже специалисты, на то, чтобы только обезболить. Я хочу сказать, что не только нужно обезболить. Обезболить нам нужно почему? Сустав, да, чтобы прежде всего не было разрушения дальше. Но когда сустав воспален, он зачастую не воспринимает питание, и тем самым происходит ресорбция костной ткани. И поэтому тот же постменопаузальный остеопороз. Очень часто мы видим там остеомиелитные, да, изменения. Также остеоартроз, который также есть в коленных суставах, приводит к тому, что кость теряет необходимые компоненты, необходимые элементы и начинает разрушаться. И если воспалительный процесс долгое время не останавливается, да, то кость разрушится, и человек фактически встает инвалидом. Хотя, опять же, подчеркиваю, современная медицина нам говорит о том, что мы можем делать операцию, можем делать синовектомию, можем делать артродез там, и так далее по замене суставов. Но в любом случае нам нужно сохранить сустав, тот, который имеется у нас в наличии, в том состоянии максимально затормозить прогрессию заболевания. То есть в любом случае разрушение сустава, оно, можно сказать, что это процесс времени. Но человек сам своим образом жизни, питанием, лишним весом, неправильным отношением к своему здоровью и врожденными привычками, плюс генетической предрасположенностью, сам себя разрушает. Поэтому, если мы берем на чашу весов там, человека, да, там, 60 или 65 лет, там, есть боли в суставах, есть перенесенные заболевания, возможно, были переломы там, и так далее. Вот. И неэффективное лечение на протяжении 5 или 10 лет. И берем матриламин. То, конечно, здесь связующим звеном будет организм человека. И организм, он получает с помощью матриламина или артропласта все те вещества, в которых он нуждается, то есть которые закреплены в генетическом аппарате. То есть снижается воспаление в суставах, да, улучшается обмен, кровоснабжение самого сустава, то есть доставляются необходимые компоненты, подавляется воспаление, улучшается насыщение кальция микро- и макроэлементами. То есть здесь важно отметить, что они в органической форме, и поэтому усвоение происходит не только быстро, но еще и полноценно, потому что у нас очень любят манипулировать различными макро- и микроэлементами. В каком плане манипулировать? То есть вот
приобретайте кальций, либо приобретайте йод, приобретайте там магний, там кальций плюс витамин D. А кальций в органической форме не требует витамина D. Но об этом никто не говорит. Да? Говорят, чтобы продать два элемента и так далее. То есть он синтезируется в нашем организме под действием солнечного света там, и так далее. То есть очень много нюансов, поэтому как раз я и рекомендую, да, обращаться за индивидуальной консультацией. То есть для того, чтобы все эти нюансы, да, мы в рамках даже, наверное, 10 программ не можем описать, потому что каждый случай он является уникальным, уникальным и индивидуальным с точки зрения самого пациента и специалиста, который будет его вести. Телефон в городе Киеве, можно даже на мобильный, 067-441-86-54. Повторяю, 067-441-86-54. 441-86-54. И поэтому обращайтесь к нам и задавайте свои вопросы. На момент обращения, конечно же, желательно иметь максимально полную информацию касательно ваших разрушений, ваших заболеваний, сопутствующих нарушений в суставах. Потому что эта тема такая всеобъемлющая, да? И здесь важно предоставить как можно больше информации. На стадии артриту, якщо почати вживати матриламін, застосовувати його для лікування, можна зупинити процеси, що не буде артрозу, не буде подальшої проблеми? Смотрите, на стадію артрита, да, то що таке артрит? Артрит – це воспалительне заболевання. Да, якщо ми беремо дві кості, да, вони приходять в взаємодействие. І якщо у людина на даний момент там, хрящова тка недополучає, да, компонентів, там, еластичних компонентів, да, хондроїтина, глюкозаміна, галактозаміна, сама кость теж не отримує необхідних компонентів, где-то вона перебуває в трении. А ми говоримо о том, що гель матриламін – це гель. То есть он, получается, смазывает наши суставы, да, то есть гелеобразную форму. То есть фактически спинальная жидкость, да, она имеет тоже такую, как сама она, маслянистого такого характера, да, и она тоже имеет необходимую плотность и вязкость. И поэтому важно отметить, что матриламин еще восполняет ее биохимический состав за счет своего природного содержания. И поэтому здесь мы еще восстанавливаем спинальную жидкость, да, и таким образом мы снижаем воспалительные реакции в наших суставах. Мы препятствуем разрушению костей. Для того, чтобы кость разрушилась, то есть мы должны обеспечить дефицит в питании. Либо, соответственно, сломать ее с помощью травмы там, и так далее. Хотя кость сама по себе, она очень крепкая. Я всегда об этом говорю. Кубический сантиметр кости, он выдерживает ударную нагрузку в 10 тонн. То есть и нас, соответственно, кость тоже носит на протяжении всей нашей жизни. Но в результате нарушения сбоя в питании, тем, что сейчас мы принимаем очень много консервантов, много очень веществ, которые тормозят нормальное протекание биохимических реакций и процессов. Организм постепенно начинает изнашиваться, и вот эти процессы восстановления, которые у нас, мы могли почувствовать, каждый человек чувствует процессы восстановления. В каком возрасте? В самом маленьком, то есть 4-5 лет ребенок бегает очень много, у него болят ноги, он ночью ложится, как на зарядку, организм утром просыпается, он восстановленный. То есть с возрастом, то есть уже в 50-55 лет, такого уже не происходит, потому что организму не хватает сил на восстановление. Разрушение ускоряется, а восстановление замедляется. Вот как раз вот и матриламин и направлен на это, то есть дать необходимые компоненты, как я сказал, их более 50 в данном комплексе, для того, чтобы организм восстанавливался, то есть биохимически восстанавливался, да, с помощью элементарно восстанавливался, да, компонентно восстанавливался. И кроме того, мы еще знаем, что матриламин восстанавливает обменные процессы, поэтому очень часто мы диагностируем такие побочные эффекты, как снижение веса в результате насыщения микро- и макроэлементами, да, улучшение сердечно-сосудистой системы, то есть улучшение логистической системы, то есть доставки, да, элементов там, и так далее. Ну, конечно же, если мы говорим о матриламине и артропласте, то есть эти препараты, они как раз направлены на опородвигательный аппарат. Также у нас есть артромикс, это капсулированная форма. То есть мы тоже ее часто назначаем, которая также содержит необходимые компоненты для улучшения работы суставов, да, для снижения воспалительных процессов, которые содержат там, диуретики, которые помогают вывести остатки химических препаратов, да, улучшить общие обменные процессы в самом суставе. То есть опородвигательная система, она сложная система. И в любом случае применение матриламина является отличной питающей средой для восстановления организма, потому что таблетками невозможно восстановить организм зачастую. Можно дать, то есть, только какие-то элементы. А матриламин – это комплексный препарат, который направлен на все звенья опорно-двигательной системы. Поэтому курсовой системный подход как раз и обеспечит результат. Но для этого нужно хотя бы 4-6 упаковок. И в любом случае, да, там, после двух упаковок можно даже сделать анализ и увидеть, то есть, насколько увеличивается содержание микро- и макроэлементов кровеносной системе, да, можно даже вот если сделать необходимые исследования, то есть можно даже заметить, что крепость кости улучшилась там и так далее, то есть это
все наши пациенты наблюдают в процессе восстановления суставов. На все нужно время, курсовой прием, ну и, конечно же, консультация специалиста, то есть под его четким руководством будет происходить восстановление. А як у випадку травм? От особливо після зими, коли люди, ну, дуже багато травмуються взимку, це правда. А потім починаються процеси, ну, відновлення, зрощування, і буває так, болить, ніби все зрослося, а щось не склалося. Матреламін може бути корисним в таких випадках після травм, будь-яких, чи сезонних, чи спортивних, чи там, ну, різних? Ну, це ідеальний варіант для матреламіну, тобто, коли, як правило, все-таки переломи у нас случаються і в зрілому возрасті, да, ну, і вони дуже часто в молодому возрасті, тобто, в цьому випадку матреламін є ідеальним препаратом, тому що він натуральний і тому що він содержит повний перечень веществ, необхідних для восстановлення, для регенерації і для репарації, як і хрящової ткані, так і костної. А якщо говорити про жінок у постменопаузу, от ви сказали про цю крихкість кісток, і що можна зробити аналізи, і дійсно всі здесь це роблять. Здесь взагалі все інтересно. Почему интересно? Помимо того, что я сказал, здесь еще включается, во-первых, йод в органической форме, который является необходимым элементом функционирования щитовидной железы. Опять же, подчеркиваю, в органической форме. Плюс сателлиты йода, которые также содержатся в геле из ламинарии, соответственно, содержатся в матреламине. Что такое сателлиты? Это вещества, без которых невозможно усвоение того же йода, того же селена, того же железа, того же кремния, которая содержится в самом продукте. Кроме того, еще содержатся аминокислоты, да, здесь содержится аминокислота тирозин, которая как раз и отвечает за усвоение того же йода и его сателлитов. Таким образом, вырабатывается достаточное количество гормона Т4, да, прогормона, соответственно, из него еще Т3. И что мы здесь имеем? Мы здесь имеем нормализацию обменных процессов, потому что за это отвечает щитовидная железа. Отсюда более легкое протекание, либо вообще отсутствие, скажем так, серьезных нарушений в протекании той же климактерии, того же периода, да, и отсюда, соответственно, защита женского организма, да, от ресорбции костей, потому как правило, прохождение менопаузы чревато потерей того же кальция до 30%. Здесь и кальция есть, и есть компоненты, которые препятствуют нарушению климактерическому у женщин. Да, у мужчин, соответственно, это немножко по-другому типа проходит. То есть у мужчин есть андропауза около 50 лет. И здесь мы тоже должны понимать, что здесь содержится полный перечень веществ, которые напрямую являются необходимыми компонентами, да, нормального, здорового, гормонального равновесия в организме. Потому что продукт не содержит гормонов. Он содержит вещества, естественно, органического происхождения, да, которые в влияет на этих на выработку гормонов в самом организме. Это важно отметить. Ми дивилися в першій частині нашої програми відгук пацієнтки. Скажіть, будь ласка, от все-таки ваші пацієнти і такі найбільш вдячні пацієнти, які можуть застосовувати матреламін, це люди старшого віку. Як діє матреламін в випадку, коли організм вже дійсно накопичив багато захворювань і процеси регенерації вже не такі потужні, як були в молодості? Однак все-таки щось відбувається, він же ж працює, він допомагає? Ну, вы знаете, наш организм, он сигнализирует при различных ситуациях. Да? Очень часто весной есть такое явление, как авитаминоз. Да? Угу. Чем оно чревато? Оно чревато снижением иммунитета, начинают выпадать волосы, да, особенно у девушек, начинаются ломаться ногти там, и так далее. Так вот, берем это обратно. На прием геля из ламинария, да, это там, гардиола, либо матреламин, либо артропласт. Что мы видим? Мы видим, вне зависимости от возраста, ногти становятся более прочными, волосы становятся не просто, они становятся меньше выпадать, да, соответственно, даже меняется цвет, блеск и так далее. То есть, с чем это связано? Опять же, связано с восполнением и дефицитом микро- и макроэлементов, в которых нуждается организм. Это первое, да, и второе – форма. То есть, как я сказал, то есть форма наиболее удобоваримая. Поэтому, если у человека даже есть чаще всего с опорно-двигательной системой, люди еще страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, потому что большинство препаратов нестероидных, противовоспалительных, они чреваты изменениями в желудке, да, то есть даже могут привести к язве желудка, да, к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. То есть здесь матреламин, он нежно обволакивает, это щелочная структура, то есть мягко-щелочная, и поэтому результат достигается безболезненно, и наоборот, на желудочно-кишечный тракт он действует очень даже благоприятно за счет тех растительных волокон, которые мягко раздражает стенки кишечника, да, и даже способствует ликвидации запорных явлений. Давайте нагадаємо ще телефон студії 0800 50 13 66. Якщо у вас є свої запитання з приводу от проблем органів опори і руху, з приводу захворювання суглобів, будь ласка, телефонуйте і консультуйтеся у Сергія Івановича. Ми сьогодні говоримо про гель
вживаємо атреламін, і яким чином він може допомогти, коли хворі суглоби, коли є різні, може, вікові чи посттравматичні процеси з органами опори і руху. Чекаємо на ваше запитання 0800 50 13 66. Якщо говорити про гель атреламін, от коли він діє найкраще? Все-таки в молодому віці. Смотрите, в любом случае, не то чтобы, скажем так, лучше он действует в молодом возрасте, он действует в любом возрасте, абсолютно в любом возрасте, это первое. А от чего зависит от интенсивность дії и курсовый прием, про который вы говорите, когда он должен быть и какой он будет? От количества заболеваний, от качества их лечения, да, и от внутренней среды организма, то есть способности к восстановлению. В каждом организме она индивидуальна. И поэтому мы должны понимать, еще раз подчеркиваю, таблеткой не восстановить организм. Таблеткой можно убрать боль, можно убить воспаление, да, можно дать какие-то элементы, да, но не все. А комплексным продуктом мы можем обеспечить все эти функции. То есть, еще раз подчеркиваю, пластическую функцию – это построение новых клеток, да, тех же там, протеогликанов, да, то есть в самом хряще. Да, это пластическая функция, она важнейшая. Без нее не будет организм развиваться. Когда падает пластическая функция, да, в человеке, фактически это начало смерти. Потому что уже ничего не обновляется, да, то есть происходит апоптоз, естественно, гибель клеток, да, и, соответственно, человек уходит из жизни. Дальше. Биорегуляторные. Важно регулировать внутреннее состояние организма, да, то есть между элементами, между кислотной щелочной средой там, и так далее. Далее. Энергетическое. То есть дать необходимые компоненты для питания. И заместительное. То есть фактически человек, принимая матреламин, он принимает полный перечень веществ, принимает хондроитин и глюкозамин высокого качества, да, как я сказал, из молекул хряща акулы и молекул быка, да, бычьего хряща. И почему это важно? Потому что эти молекулы, этих теплокровных, они сопоставимы с размерами молекулы хряща человека. И поэтому только лишь на этом основании возможно полноценное восстановление самого хряща. И поэтому те компетиторы, так называемые хондроитин и глюкозаминосульфат, которые мы видим в аптеке, очень часто они нам не подходят, потому что очень часто они производятся с остатков пищевой промышленности, да, либо мясоперерабатывающей промышленности. То есть хондроитин и глюкозаминосульфат – это не мясо, костная мука. Очень часто люди думают, что это мясо, костная мука. Нет. Угу. Это компоненты, которые выделены из хряща теплокровных, да, крупных, как я говорил. То есть, и это как раз и обеспечивает усвоение и восстановление. То есть фактически мы забираем, можно сказать, органический материал из этих животных, да, даем, соответственно, принимать это человеку, да, и человек, соответственно, восстанавливает. Это очень благоприятно для лыжников, для борцов, для людей, которые... испытывать нагрузки на суставы, потому что сейчас организм у нас катастрофически недополучает. И фактически каждый организм нуждается в дополнительном источнике данного компонента. И, конечно, нужно выбирать естественный источник. Дякую дуже. У нас есть запитання телеглядача. Добрый день. Добрий день. Яке у вас запитання і звідки ви? Я із Одеси. Хочу запитати Сергія Івановича, у мене зміщення позвонків, да. і протрузії, я хочу запитати, поможе мені матреламін? Я понял, вас отвечаю. Ну, смотрите, достаточно сложная ситуация, хочу сказать сразу. То есть обратитесь к нам, и мы начнем разговор с того, что нужно выяснить, сколько протрузия, каких именно позвонков, и как давно, и какие, собственно, меры были предприняты. В любом случае, говорить, что полностью матреламин сможет вырастить новый позвоночник, я не буду, это невозможно. Но восполнить... соответственно, компоненты, необходимые для восполнения и улучшения деятельности позвонков, он сможет. И поэтому степень, да, эффективности вы уже позвоните индивидуально с консультантов, он скажет, да, то есть на какую степень эффективности нужно надеяться. Потому что матреламин в таких случаях мы рекомендуем в комплексе с другими физпроцедурами, мануальными процедурами, то есть именно тогда он добивается серьезного эффекта. Но в любом случае важно, чтобы для любого человека, да, и для позвоночника необходимо соответствующее питание. Того питания, которое мы получаем с нашего стола, зачастую недостаточно. То есть, да, нужно, чтобы пища там превалировала там холодцами, то есть даже можно там тот же желатин, да, полезен таким людям для того, чтобы лучше, соответственно, более лучшая консистенция была синовиальной жидкости, да, межпозвоночной жидкости, потому что зачастую, что происходит с человеком, да, со временем? То есть дефицит питания приводит к тому, что
сами позвонки, они уменьшаются, да, в своих размерах. Соответственно, получаются между ними зазоры, так называемые протрузии. И вот благодаря этим протрузиям может и выпячивание происходить диска, да, межпозвоночная грыжа, болевые ощущения, невозможность нормально передвигаться там и так далее. То есть это остро сформированный дефицит пластических веществ. Чаще всего он сформирован там 10-15 лет, то есть мы меряем не одним годом, это десятилетиями можно мерить. И поэтому отмотать назад, то есть здесь должен быть и курсовой прием уже не меньше полугода, да, угу. И сопутствующая физиопроцедура, которая позволит человеку все-таки в более-менее здоровое состояние прийти. Это я готов пообещать. Угу. А скажите, будь ласка, коли може пройти біль, від якого страждає пацієнт? Смотрите, у нас есть ну, таки, дивлячись, який? Две составляющих. Я хочу сразу сказать, может быть, это непопулярные вещи, иногда боль появляется во время приема матреламина. То есть она в любом случае исчезает, да, зачастую, но она бывает еще появляется. Через загострение неба, так? Дело в том, что мы должны разобрать с вами биофизику данного процесса. Большинство людей систематически, не буду называть эти препараты, да, по закону о рекламе, не имею права, принимают противовоспалительные нестероидные препараты. Принимают. Соответственно, в организме боль, как сигнализация, она отключена. И, соответственно, естественным путем организм уже не в состоянии реагировать ни на что внутри. Что происходит, когда принимается матреламин? Ну, во-первых, мы снижаем применение других препаратов. Да? То есть, как бы до половины, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше, опять же, индивидуально все. Что происходит дальше? Дальше происходит, что через некоторый момент человек же не принимает, меньше принимает, начинает обезболивать. Принимает больше матреламина, начинает появляться боль. Он начинает нам звонить, ой, мне пошло обострение, мне болит, все не буду принимать. Я говорю, постойте, сколько вы принимали обезболивающее? Лет? 5, 7, 8, да, я принимал. Вы понимаете, чтобы вам прийти к здоровому состоянию, условно здоровому состоянию, зачастую мы говорим так, вам нужно заново отмотать вот эти шаги, которые вами были предприняты, либо тем специалистом, который вам назначал. И боль – это естественный сигнал, то, что организм начинает реагировать. То есть это равносильно, когда вы принимали химические препараты, вы взяли сигнализацию и выключили. Потом вы принимаете матреламин, вы эту сигнализацию включили, и у вас она начинает шуметь, да? Начинает появляться сирена. Почему? Потому что организм начинает проверять себя, прозванивать себя, да, вот как электрики говорят, каждую цепочку свою, каждый нейронный узел, для того, чтобы понять, где проблема, где нарушение, где воспаление. Появляется боль, и она, соответственно, идет по спинному, по позвоночнику, идет в головной мозг и анализируется, то есть где это появляется боль. Это является естественным. Дальше мы, соответственно, локализируем эту боль, да, там человек принимает, может, там чуть еще химических препаратов, да, но в целом, там, через 3-4 месяца, да, эта боль, она снижается. Но самое важное не в том, что боль снижается, а что сустав имеет тенденцию к восстановлению, и хрящевая ткань тоже восстанавливается. Это все медленно, это все должно быть под контролем специалиста, конечно же. Не нужно перенагружать суставы с одной стороны, но с другой стороны нужно и двигаться, потому что ограничение движения приводит не только к нарушениям работы суставов, да, но и к нарушению выработки необходимых компонентов той же того же хондроитина, да, и того же хрящевой системы и структуры. И поэтому очень важно сопоставлять нагрузки, питание, образ жизни и сопутствующая терапия. Если вы это все соблюдаете, да, то, скорее всего, вы восстановитесь. И плюс гель-матреламин, про який так багато ви сьогодні цікавого розказали. Нагадайте, будь ласка, яким чином можна отримати консультацію і, власне, придбати гель. По телефону в городе Киеве 067-441-86-54, повторяю, 067-441-86-54, это первое. Второе, то что матреламин из натуральных источников, да, и восстановитель является одним из самых лучших, потому что он безопасный, потому что он многокомпонентный, и в-третьих, потому что он органически происходит к восстановлению организма. И я, конечно, людям рекомендую, то есть, как я уже сказал, то есть на курс. У нас, конечно, есть там льготные программы, то есть для ветеранов, участников боевых действий, да, там в преддверии там праздников, да, майских, то есть мы можем это предоставить, но только в ограниченном количестве, потому что препарат эффективный, да, и препарат, он востребован, я не побоюсь этого слова, уже во многих странах мира, то есть он поставляется, потому что он является действительно эффективным
не просто заменителем химических препаратов, а достойной альтернативой химическому лечению, что самое главное, безопасный, да, и эффективный при курсовом применении. То есть это показали многие множественные исследования, не только сделанные в Украине. Отже, звертаєтесь просто зараз, ще можете потрапити в акцію. Сергій Чмільов, провідний фахівець, був сьогодні, льгота є. Сергій Чмільов, провідний фахівець, був сьогодні гостем програми «Будьте здорові». Будьте здорові і ви. Всього найкращого.